В 21 серии сериала «Султан моего сердца» Абдулджамид болен, а не удается помочь сыну султана и, наконец, объясниться с Махмудом. Мать Эсма, чтобы поквитаться с дочерью, рассказывает Гюльфидан об интриге тети с ее замужеством. Эсма вынуждена признаться во всем племяннице, но убеждает, что сделала это ради ее же блага. Дмитрий ждет удобного момента, чтобы убить султана. Традиционные мужские состязания, устраиваемые султаном, ему на руку. Этот праздник – повод для Анны вновь напомнить султану о правах женщин в Турции. Посмотреть очередную серию вы сможете 23 января.